хочу пригласить сейчас на эту сцену замечательное молодое дарование. Вы знаете, я даже думаю, что, может быть, и не обязательно представлять его, потому что я уверена, что очень многим и многим он знаком. Это участник проектов «Голос. Дети в России и в Украине», финалист детской новой волны. В этом году он защищал честь Израиля на конкурсе вокалистов «Детское Евровидение». Итак, восходящая звезда Тимоти Санников. Встречайте! Oh,
Thank you.